В 70-е годы прошлого столетия для орошения полей Института садоводства был создан Спасский водоем путем запруды речки Битцы. Плотина – гидротехническое сооружение и во время весенних паводков, как, впрочем, и летних ливней, представляет определенную опасность. Оно является, к сожалению, одним из самых проблемных на территории района, и связано это с тем, что вниз по течению находятся жилые дома жителей района. Далее по течению находится насыпь Павелецкой железной дороги. И в случае неблагоприятных развитий ситуации может быть нанесен имущественный ущерб и жителям, и представлять определенную угрозу жизни. На состоявшемся в администрации Ленинского района заседании по чрезвычайным ситуациям было принято постановление о создании комиссии по проверке готовности гидротехнических сооружений. В муниципалитете их около 40. Что же касается Спасской плотины, она оборудована специальным стоком воды, достаточно широкая. Но, тем не менее, заметно, что разрушено асфальтовое покрытие гребня плотины. Это влияет не лучшим образом на ее цельность, так называемого тела плотины. То есть необходимо его восстанавливать и укреплять. Необходимо также уделить внимание местам возможных промывок. Работы по укреплению Спасской плотины будут проведены после выделения денежных средств. В планах же комиссии по чрезвычайным ситуациям поставить на учет все бесхозные гидротехнические сооружения района. Людмила Медведева, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.